доставали, достаем, работаем. Прямой наводкой работали, работаем с закрытых позиций. Командование помогает, как бы всем, ну то есть пытаемся, работаем, отталкиваем противника. И мы и другие артиллерийские подразделения, как бы, так сказать, скрываем взводные, ротные, опорные пункты, в основном по ропам и вопам, то есть, ну, по закрытым позициям, которые тяжело пробить другим, нам как бы, ну, нам нашими снарядами проще вскрывать. Крайние вот 2 дня с начала операции, я знаю, уничтожили 2 взводных и 2 ротных опорных пункта, 4 пункта вскрыли, потом туда зашла пехота наша с саперами, ну и все это вычищали оттуда. Я уверен, что мы выгоним эту нечисть отсюда как можно дальше. Как можно дальше. Люди, которые говорят, что мы не нацисты, мы не фашисты, и хоронят своих же бойцов с флагами правого сектора, которые носят сластику и, как оно, зигуют, да, вот, на приветствие. Как они могут не называть себя фашистами, нацистами, которые я лично своими глазами видел. И, ну, я не знаю, для меня это не люди. Ну, я не знаю, как можно такое, такие вещи творить. Поэтому победа будет в любом случае за нами. В любом случае закончим эту операцию, вычистим всю эту грязь отсюда.